15 июня прошлого года рядом с центральным офисом Сочи-Водоканала открылся центр оказания услуг. 12 специалистов одновременно здесь ведут прием. Действует электронная очередь, ускорилась и процедура оформления документов. Абонентам стало проще и комфортнее работать с Водоканалом. Многие не забывают оценить работу специалистов подразделения с помощью электронной системы голосования. Причем большинство участников ставят высокий балл. Это высокие показатели, 97% отличных оценок, собственно, говорит о том, что наши сотрудники относятся к своим обязанностям на высоком профессиональном уровне и тем самым позволяют ежедневно обслуживать порядка 500 посетителей. Ну и, собственно, вот то корректное отношение с общением с абонентом, с клиентом дает вот такие высокие оценки. Клиентам, в свою очередь, здесь особое отношение. Ежегодно Сочи-Водоканал выбирает лучшего плательщика года и премирует его. А сегодня с помощью системы электронной очереди определили и 100-тысячного посетителя организации. Придя переоформить лицевой счет, Ирина Трана стала обладателем премии в размере 5000 рублей, которые будут зачислены на счет оплаты оказания услуг Водоканала. Вручили 100-тысячному посетителю и поздравительную грамоту. Очень неожиданно. Я даже не поверила. Я думала, что со мной такого счастья не произойдет. И вот как раз вызывает мой номер. И так получилось, что я получила такой большой бонус от вас и очень довольна. Грамотами за успешную работу были отмечены и сотрудники центра. Между тем, на достигнутом здесь останавливаться не собираются. Уже на 28 апреля запланировано открытие подразделения центра оказания услуг в поселке Лазаревское. А в июне такой же центр появится в Адлере. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Есть на кого равняться.